сразу скажу, здесь не будет никаких интервью, здесь не будет никаких странных ракурсов. Здесь будет просто картинки и мой закадровый голос. Но вначале я решил записать вот так вот вживую. Поэтому с вами Принц на сером козле. Сегодня мы в гостях у детского оздоровительного лагеря «Дружба». Это проект «Жизнь для дела, дело для жизни». Долг «Дружба» 60 лет, поэтому мы его здесь снимаем. Начинаем. Детский оздоровительный лагерь «Дружба» находится в 22 километрах от МКАДа по Ярославскому шоссе в Пушкинском районе Московской области. Каждое лето в лагере проходят 4 смены, на каждую из которых может приехать от 900 воспитанников. В зависимости от количества детей, летом может быть от 18 до 22 отрядов. Также существуют весенние, зимние и осенние смены, которые длятся в течение каникул. Лагерь является самым крупным в Подмосковье и входит в пятерку крупнейших лагерей России после «Орленка», «Артека», «Океана» и «Смены». На территории лагеря расположены 10 жилых двухэтажных корпусов. Трехэтажный жилой главный корпус, который на всех картах обозначается номером 11, а также административно-медицинский корпус, хозяйственный корпус, клуб-столовая и спортсклад. Питание в лагере пятиразовое. Завтрак, обед, полдник, ужин и пятое питание, которое еще называют сонником, потому что его выдают перед сном. В столовой есть линия шведского стола. Штат лагеря насчитывает более 200 человек. Это обслуживающий персонал, официанты, повара, уборщицы, дворники, медицинские работники, инструкторы по плаванию, физруки, хореографы, диджеи, фотографы, методисты и, конечно, вожатые. Также у каждого из вышеперечисленных, кроме обслуживающего персонала и медработников, могут быть несовершеннолетние помощники. Как правило, это воспитанники «Дружбы», которые хорошо зарекомендовали себя пионерами. Минус для помощника, что он не получает зарплату, а плюс, что он набирается опыта и тусит со взрослыми вожатыми, да еще и за бесплатно. Если помощник себя хорошо зарекомендовал, то потом его в приоритете возьмут вожатым. Но как стать вожатым в «Дружбе» человеку со стороны? Неужели для этого нужно быть воспитанником «Дружбы»? Конечно, нет. Преимущество при трудоустройстве в первую очередь имеют практиканты. За ними уже дети «Дружбы», те, кто давно работает, потом опытные люди со стороны и уже в конце люди без опыта. Отдельно можно выделить сотрудничество с вузами Москвы и области, откуда отправляют практикантов. Уже много лет в лагерь на практику приезжают студенты МГПУ, ГГТУ, МГППУ, РГУТИС и, конечно же, МПГУ. Каждая смена имеет разные тематики. К примеру, в прошлом году третья смена была посвящена играм, а в этом году – искусству. Также на каждой смене обязательно вожатые устраивают театрализованное представление, сцены в котором прерываются музыкальными и танцевальными номерами. Это называется вожатник или вожатский концерт. К примеру, в 2023 году на третьей смене по мотивам фильма поставили историю про Чебурашку. Слышь, Петрович, что-нибудь там надвигается, а? Да, что-то очень странное. И похоже на шторм. Слушай, побежали. А почему там апельсины? Слушай, побежали в безопасное место. На данный момент лагерем руководит Станислав Олегович Новиков. До него на протяжении 20 лет лагерем руководила Светлана Михайловна Шушунова. Вот фрагмент из ее интервью пятилетней давности пушкинскому телевидению. Светлана Шушунова стала символом этого лагеря, а для нее работа синонимом слову «дом». Она в лагере с 1984 года. Начинала с вожатой. И так лагерь вместе с ней рос и развивался. Лагерь – это я. А я – это лагерь. Не надоело. Не, ну иногда, конечно, но это, а так, в принципе, нет. А это невозможно, понимаете, это молодость, это дети, это юность, это вожатые, это родители, иногда весьма веселые, иногда, которые заставляют задумываться. Но это постоянное движение вперед, это постоянное какое-то, все время вот быть в тренде, это жить в лагере. Ну а как же лагерь жил в прошлом? К сожалению, ни в архивах лагеря, ни в интернете нам не удалось найти никаких кадров кинохроники. Хотя, возможно, что мы плохо искали. Но часть альбомов, которые были найдены в архиве, стали основой для нашего фильма. Также мы попытаемся провести параллель между историей нашей страны и историей лагеря. В
1964 год. Югославия вступает в Совет экономической взаимопомощи, Мальта провозглашает независимость от Великобритании, а Хрущева снимают со всех постов, и пост первого, а затем генерального секретаря занимает дорогой Леонид Ильич Брежнев. Начинается эпоха застоя. Выходят такие фильмы, как «Дайте жалобную книгу», «Между прочим, товарищ директор, я еще не дошел своего хода», «Женитьба Бальзаминова», «Что вам от меня надо?», «Живет такой парень», «Морозко», «Тепло ты, девица», «Тепло, батюшка Морозушка, тепло». А также выходит главный советский фильм о пионерских лагерях, который снял Лем Климов. «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Дети, вы хозяева лагеря. Вы! От вас что требуется, друзья мои? Дисциплина! Кстати, фильм должен был лечь на полку, поскольку цензура увидела насмехательство над кукурузой, которая была одним из символов оттепеля. А также некоторым цензорам показалось, что бабушка Кости Иночкина на портрете похожа на Никиту Сергеевича. И если бы Хрущева в тот же год не сняли со всех постов, советские зрители увидели бы этот фильм гораздо позже, а может и не увидели бы вовсе. А также, возможно, мы бы никогда бы не увидели Евгения Евстигнеева и Виктора Косых в их самых известных ролях, которые они сыграли в своей последующей кинокарьере. Лагерь – наша большая семья! Мы бодры! Веселы! Хорошо нам живется, друзья! Вернемся к лагерю. В 1963 году началось строительство санатория, а уже 16 июля 1964 года лагерь принял первых пионеров. Так как лагерь был подшефным в организации со страшным по нынешним временам названием «Главмоспромстройматериалы», в нем отдыхали дети работников данной конторы, а также 28 предприятий, которые ей подчинялись. Помимо них, в первый год в лагере отдыхали пионеры Германии, Польши и Чехословакии. Вожатыми в лагере были сотрудники предприятий, от которых отправлялись дети в лагерь. К сожалению, нам не удалось найти альбом 1964 года, поэтому мы рассмотрим альбом следующего, 1965 года. На первой же странице альбома нас встречает фотография надписи, как будто из какого-то немого кино. Также есть фотографии с первого дня пребывания в лагере. А на этой фотографии извечная проблема. До сих пор этот вопрос не потерял актуальности при заезде детей. Дети постепенно приезжают в лагерь и проходят обязательный медицинский осмотр. Ничего с тех пор не поменялось. Разве что сейчас детей автобусами не привозят в лагерь. Родители должны их привозить сами. Но, возможно, когда отменят абсолютно все ковидные и антитеррористические ограничения, правительство Москвы и Подмосковья будут предоставлять автобусы для доставки детей в лагерь. Ну ладно. Торжественная линейка. Пионер, всем ребятам пример. Жалко неизвестен текст клятвы, который говорили в начале смены от лица всех пионеров лагеря. Собрание проходило на деревянной сцене, на месте которой сейчас улично заброшено. А вот кинологи советской милиции в гостях у лагеря. Это тоже станет доброй традицией. До сих пор МВД и МЧС организовывают показательный смотр для нашего лагеря. А вот пионеры на отдыхе на природе. А на этих фото они готовятся в поход. Предположительно, этот кадр сделан на Ярославском шоссе. Немаловажное место в досуговой программе занимает спорт. На этом фото торжественное открытие спартакиады, а на этом явно забит гол. Это фото примечательно тем, что на нем видно один из деревянных корпусов. Находились они около футбольного поля. В 1971 году один из них сгорит и будет принято решение вместо деревянных корпусов возвести капитальные. А вот культурная программа на деревянной сцене. В какой столовой сделано это фото неизвестно, возможно это одна из столовых санатория. Вряд ли такая красивая конструкция была в деревянных корпусах. А вот сбор отряда. Пионеры и вожатые. Сейчас они, конечно, проходят в корпусах, а так ничего особо не поменялось. А вот день русской культуры. Даже телегу запряженную пригнали. Но тогда их было, конечно, больше, чем сейчас. Также в этом альбоме есть подпись к фотографии, но самой фотографии нет. Концерт воспитателей. Сейчас эта традиция сохранилась в виде вожатского концерта или попросту вожатника. И вот такой надписью заканчивается данный альбом. Помимо него есть еще один альбом, предположительно, из 60-х годов. Почему предположительно? Просто у него не оказалось года. Он просто нигде не был указан. И из фотографий непонятно точно какой это год. Но на некоторых фотографиях видны деревянные корпуса. Но начнем его рассматривать по порядку. Конечно, он не весь был отфотографирован, но вот самый интересный момент из него. Открытие смены.
Кстати, надпись «Открытие лагеря косвенно» может намекать, что это 64-й год, но точно это подтвердить или опровергнуть невозможно. К тому же некоторые другие фото указывают на обратное. К примеру, вот эта страница явно намекает, что раньше столовая была другая. Предположительно, это столовая, которая до сих пор работает в главном корпусе. А вот фото с экскурсии в Петрищево. Тема памяти о Великой Отечественной войне еще не раз встретится в альбомах. Вот и опять спорт. Военная игра. К сожалению, традиция ее проведения утрачена. Было бы здорово ее вернуть, особенно в наше неспокойное время. Врачи – наше все. Главнее врача в лагере только директор. А вот тоже интересный момент. К сожалению, в интернете вообще не нашлось информации о проведении данного фестиваля. Так что даже этот ориентир определения даты альбома оказался недоступен. Ну и в конце альбома встреча с героем гражданской войны. Пионер мог узнать получшую историю своей советской родины от непосредственного участника событий. А дальше мы плавно переходим в 70-е. В 1970 году в лагерь приезжают пионеры ГДР и ЧССР. Его посещает торжественная делегация из Кубы. А также почетным гостем приезжает космонавт и дважды герой Советского Союза Георгий Тимофеевич Береговой. За время третьей интернациональной смены проводится зорница, спартакиада, фестиваль искусств. Пионеры посещают места боевой славы и даже ездят на экскурсию в Загорскую лавру. Для тех, кто не знает, сейчас это Троица Сергиева лавра. Также работает кружок юного техника и зона отдыха. А в 1971 году происходит событие, из-за которого полностью поменяется облик лагеря. Сгорает один из деревянных корпусов. По свидетельствам очевидцев, сгорает он буквально за 3 минуты. И после этого глав Моспромстройматериалы и только что возглавивший эту организацию Алексей Дмитриевич Деминов принимают решение о строительстве капитальных корпусов из того, что применялось в московском строительстве уже давно – из блоков. При Хрущеве из них строили легендарные пятиэтажки, а при Брежневе уже девятиэтажки. Но так как это был не типовой проект, с корпусами конкретно экспериментировали, и все они чуть-чуть друг от друга отличаются. К 1978 году корпуса были достроены. Строительство длилось так долго, потому что в районе 5-6 корпусов обнаружили водонасыщенные грунты и множество глубинных речек. В дальнейшем по типовому проекту начали строить корпуса, а также клуб-столовую, и в других лагерях. Но у дружбинских корпусов есть отличие. Это остекленная веранда с одной из сторон корпуса, которую впоследствии прозвали аквариумом. Нет информации, чтобы хоть в одном лагере также были такие веранды. Ну а столовая изменилась позже. По типовому проекту она рассчитана на 400 человек, но потом к ней пристроили большой зал еще на 432 посадочных места. В 1974 году лагерю было вручено переходящее «Красное знамя» Ленинского района Москвы как лучшему лагерю. Всего к Ленинскому району относилось 33 лагеря, а в целом профсоюзных лагерей в Москве было больше 400. На данной странице альбома 1974 года мы видим пример трудового воспитания. Сейчас это считается непедагогичным. А вот так праздновали день рождения кого-то из пионеров первый юбилей лагеря. Правда, есть вопросы грамотности составителя альбома. Рисунок мелом на асфальте. До сих пор это отдельный вид искусства, который идет в рейтинг отряда. Ну а теперь мы плавно переходим в 80-е. Год. В Тольятти выпускают «Жигули» нового поколения ВАЗ-2105, а Москва принимает Олимпиаду. Несмотря на бойкот некоторых стран, весь Советский Союз охватывает праздник. И, конечно, главной темой смены в том году стала Олимпиада. Торжественное открытие с зажиганием олимпийского огня, соревнования и даже приезд канадского телевидения.
К сожалению, на камере невозможно разобрать логотип телекомпании. Было бы интересно посмотреть, что они тогда наснимали. Помимо гостей из Канады, лагерь посетил Раймонд Гор, бельгийский общественный деятель, священнослужитель, каноник, профессор, член секретариата Международного комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, а также лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. Также был проведен праздничный концерт ко дню строителя. Помимо этого, пионеры побывали на экскурсии в Кремле, ну и, конечно, продолжается трудовое воспитание. Еще одна интересная примета времени – постановка по мемуарам Леонида Брежнева «Малая земля». 1982 год. Как видно по первой странице, детей в лагерь доставляет колонна луноходов. Лагерь посещают почетные гости. В этот год вместо Олимпиады опять проводится спартакиада, но под олимпийским флагом. А на этом фото видно, как изменился досуг лагеря 60-х. Если там были бильярд и шахматы, то тут уже настольный хоккей и даже тир. Также еще одна интересная параллель с нашей историей. В лагере проводятся выборы. Правда, непонятно, кого и куда выбирают. Вновь приезжают гости из ГДР, и вместе с ними пионеры посещают Мавзолей и Красную площадь. Также отмечается праздник Нептуна, проходят концерты, ну и, конечно, отмечают 22 июня. А вот так проходит линейка закрытия смены. Еще один исторический факт, с которым, правда, разнятся даты. То ли в 1988 году после Спитакского землетрясения в Ленинакане, то ли в 92 году после землетрясения в Мадине, в лагере на протяжении примерно 4 лет в первых трех корпусах проживали армянские беженцы. В 1990 году отмечалось 45-летие победы в Великой Отечественной войне, в самом разгаре перестройка. Правда, еще ничто не говорит о том, что через 2 года Советского Союза не станет. Но первые звоночки уже есть. В лагере проходит ярмарка по всем правилам рыночной экономики. Пионеры хоть и продолжают носить галстуки, рубашки уже не обязательно. Делаются пародии на телешоу, которые появились в период гласности. Сегодня утром на улицах Москвы появились танки и бронетранспортеры. Техника двигалась к центру Москвы. Борис Николаевич Ельцин подписал указ, в котором квалифицировал действия комитета по чрезвычайному положению государственным переворотом. 1991 год. Августовский путч, Беловежские соглашения, распад Советского Союза. Никто не понимает, как дальше жить. Даже страну в итоге с новым 1992 годом поздравляет не глава государства, а писатель-сатирик Михаил Задорнов. Те, кто с нами смеялся, грустил, танцевал, пел, у тех рассосутся спайки на весь 1992 год, так же, как они рассосались уже у суверенных государств. Как это отразилось на лагере? Ну, в 1992 году на должности вожатых стали приглашать студентов Московского педагогического государственного университета имени Владимира Ильича Ленина, а также 14-го педагогического колледжа, ныне колледж Медведкова при МГПУ. Дети явно не такие, как за 2 года до этого. Такое ощущение, что некоторые из них и октябрятами-то не были. Мир явно изменился. Политика проникает в умы бывших пионеров. Правда, продолжают работать кружки. Ежедневно на спортплощадке проводятся зарядки, опять проходит ярмарка, конечно, есть спорт, и таких толп болельщиков сейчас не увидишь в группе. Ставятся концерты и спектакли, на закрытии смены проводится карнавал. А это альбом 1993 года. Заезд, обед, ежедневная зарядка, концерт, спорт, туристическая эстафета, и почему-то в 93 году отмечали 30-летие лагеря. В это же время перестали проводить мероприятия на бетонной сцене, так как она недалеко от реки Скалба, и днем там палящее солнце, а вечером много комаров. Но специально для детей в нулевые придумали легенду про повесившегося клоуна. Также в 90-е проводились совместные спартакиады и олимпиады с другими лагерями. Альбом 1995 года. Товарищ директор, зарядка, одновременные матчи волейбола и баскетбола, эстафета 22 июня продолжает отмечаться в столь тревожное время демократии. 50-летие победы, ярмарка, спектакль на тему вредности алкоголя. Сейчас такой цензуру не пропустят. 1997 год. Заезд детей, руководство, открытие смены, столовая. Детям в качестве еды дают красную икру. Игры на свежем воздухе. Получили втык и посмотрели на самолет. Все как и сейчас. Зарядка и спорт – залог здоровья. Дискотека, комбинированная эстафета. В гостях у лагеря ветераны, пионеры на братской могиле. Жалко, что сейчас этой традиции нет. Концерт ко дню строителя, футбол в очень комичной форме, доктора, победителей не судят, концерт, посвященный 850-летию Москвы, ярмарка, игротека еще работает,
станционная игра «Олимпия», конкурс юных талантов, а это конкурс актерского мастерства. Не будет. Не будет девальвации. Твердый чок. Твердый чок. Еще одна параллель с историей нашей страны. Летом 1998 года в лагерь заехало 80 детей. И получилось так, что вожатых было больше, чем воспитанников. Из-за чего лагерь стал уходить ближе к коммерции и искать себе партнеров. Одним из них стал центр реализации путевок «Радуга». Я ухожу. Я сделал все, что мог. В нулевые политика нашего государства, как и власть, кардинально поменялись. Президентом стал Владимир Владимирович Путин, и наша экономика свернула в русло подъема. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. С 2001 года лагерь стал работать как санаторный. Проводилось до 15 смен в год. На лечение приезжали дети из Белгорода, Архангельска, Калининграда, Владимира, Вологды и других регионов. 2005 год, лагерь выглядит вполне привычно. Пока еще есть доставка детей до лагеря автобусами. Причем есть как старенькие карусы, так и относительно новые неопланы. Но на линейке по-прежнему трава и лучи. В столовой есть как старые столы, так и новые красные, которые стоят до сих пор в перемешку с такими же зелеными. Открывается музей боевой славы, который сейчас, к сожалению, закрыт. И почему-то 22 августа, а не 22 июня, возложение цветов. Экскурсия в Кремль, пейнтбол, сейчас такой никакие боссы с санпинами не разрешат. Праздник Нептуна, Евровидение. В том году от России ездила Наталья Подольская, а сам конкурс проходил в Киеве. Профсоюзный комитет лагеря. Даже есть двустороннее соглашение между правкомом и администрацией. 2007 год. Самые ранние кадры кинохроники, которые мы смогли найти. Завалялись они в официальном сообществе лагеря ВКонтакте. Предлагаю их посмотреть без моей озвучки. Год. В стране опять кризис. В Южной Осетии пятидневная война, в лагере новое лето. Малоолимпийские игры такие же, как в Пекине. В спартакиаде городских и загородных лагерей сборная дружбы занимает второе место. Приезжают МЧСники для демонстрации своей работы. В общем, кризис на лагере не отразился. Ну а дальше наступает новая эра десятых годов. Декабря 2010 года вступил в силу федеральный закон номер 345 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о государственной социальной помощи. В рамках оказания государственной социальной помощи определенным категориям граждан предусмотрено предоставление санаторно-курортного лечения. С этого момента лагерь начинает работать как детский оздоровительный. В том же 2010 году вышел фильм о лагере «Дружба». Давайте посмотрим фрагмент этого шедевра. Какой чудесный день! Ох, воздух какой свежий! Потягушки! Ну, холодно! Не холодно, а прохладно. О, а я кушечка. Здрасте, меня зовут Женя. А меня Денис зовут, привет. А меня Артем. Ой, слушайте, а куда они все идут-то? Что это за ребята вообще? Что у них за желтые листочки в руках? Так это ребята, небось, из хобби-клубов. Точно! Так пойдемте посмотрим на эти хобби-клубы. Пошли. Пойдем. Десятые годы, годы, где уже есть нормальная кинохроника лагерной жизни. Но начнем с репортажа пушкинского телевидения о 50-летнем юбилее. Самый большой в районе, лагерь требует немало усилий на свое содержание. И только благодаря умелой команде интерес к лагерю у детей только растет. Вообще лагерь «Дружба» — это супер лагерь, где ты всегда можешь найти, во-первых, друзей, и позитивные эмоции, прекрасные моменты, которые останутся навсегда в твоем сердце. Здесь очень круто, тут классные вожатые, классные ребята, очень мне все нравится, вкусно кормят.
Тут все очень классно. Здесь очень дружная атмосфера, замечательные вожатые, очень веселые, отзывчивые дети. С ними можно поболтать по душам и повеселиться. Праздник начался с отчета о готовности всех 14 кадровых агентств лагеря и приветственного слова президента санатория «Зеленый городок». В частности, он подчеркнул, что за 50 лет лагерь пережил многое, и все же он выстоял. Мы видим сегодня его живым, здоровым и счастливым. Вам всем нравится здесь отдыхать, вы приезжаете, и мы в это верим. Мы верим, что это будет в будущем. А по-другому и быть не могло, когда умелую профессиональную команду возглавляет человек, беспредельно преданный своему делу, беззаветно любящий детей и обладающий тайной вечной молодости. Кто-то нашел здесь свою любовь, кто-то терял, но возвращался вновь. Стали мы лучше, чем были тогда. Дружба для всех нас наградой была. Наш лагерь дружба в сердце навсегда. Мы будем помнить о тебе через года. Мы будем помнить через года. Наш лагерь дружба в сердце навсегда. Мы будем помнить о тебе через года. Мы будем помнить через года. Праздник продолжился уже в актовом зале, где, как и положено, в день рождения гости дарили подарки именинникам, тем, кто каждый день дарит нашим детям чудо. Хочется всегда в дни праздников поздравлять и чествовать. И вот сегодня я хотел бы подарить от администрации Пушкинского района небольшие подарки. Они символические достаточно. Слава Михайловна, я прошу вас подняться на эту сцену, да. Вручить вам. Да, Лариса Васильевна помогает. В ответ именинники устроили для гостей настоящее представление. Соединяя на века, зажигай сердце, обжигай душу, ты мне так важен, ты мне так нужен. Подобные праздники в дружбе не редкость. Можно сказать, все время пребывания в лагере для детей становится праздником без начала и конца. У меня никогда не было столько эмоций за всю жизнь, как этот лагерь. Каждый день я встаю и радуюсь дню, потому что какое-то мероприятие новое, что-то ставим. Просто супер. Активные мероприятия, очень интересные. Мы радуемся на этих мероприятиях, становимся как-то дружнее. Я не была в других лагерях, мне нравится здесь. В 50 лет. Все только начинается. И лагерь продолжает молодеть, завоевывая новые маленькие сердечки, даря взамен уют и любовь. Вы знаете, самое большое чувство, когда видишь приезжающего маленького ребенка и понимаешь, что это уже внук тех, кто работал здесь в 70-е годы. А таких у меня, поверьте, много. У меня вожатые есть, которые выросли из маленьких детей. Династия здесь целая. Поэтому чувств очень много. И самое главное, с днем рождения всех, приезжайте к нам почаще. А вот так встречали новый 2016 год. В уходящем 2015 году мы отмечали 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером. С праздником вас! С новым 2016 годом! Будем считать. Твой город, тишина. Тишина. Раз. Два. Три. Yeah.
А вот самое интересное. В 2016-м в лагерь дважды приезжали репортеры федеральных телеканалов. Одна из смен была посвящена телевидению, и туда приезжали Первый канал. Поддержки российского движения школьников. Людей подготовлена обширная профессиональная программа. Каждый отряд на время стал телеканалом со своим названием, концепцией, программами. Выпуски новостей, сериалы, развлекательные передачи снимают сами ребята. Помогают им в этом известные журналисты, которые проводят мастер-классы. И «Россия-24». Участвуют в Олимпийских играх ТВ-консорциума. Проходят они в подмосковном лагере «Дружба». Каждый отряд на время станет телеканалом. Название ребята придумают сами. Заодно поборются за звание лучших сценаристов, создателей сериалов и выпусков новостей. Но и при этом будут использовать настоящую аппаратуру. А чуть позже НТВ снимали репортаж про экономическую игру. Чтобы подготовить детей к взрослой жизни, в лагере придумали собственную экономическую игру. Правила те же, что и в мире капитала. На блага и роскошную жизнь придется заработать. Рыночные отношения в лагере начинаются с биржи труда. Все как у взрослых. Получаешь вот такие направления, скажем, на уборку улиц, помощь столовой или корреспондентам местной газеты. Это массовка, и та оплачивается. Ну а в конце рабочего дня приходишь в банк за деньгами. Вот, дружбаны, местная валюта. Хочешь покупать дополнительный полдник, хочешь вложись с коллегами в дискотеку. Такая простая экономика. Марина просит называть себя Мариной Александровной. Положение обязывает. В этой игре она директор лагеря. Работа хоть и ответственная, признается юная деловая леди, зато и оплачивается хорошо. В общем, кадров много. Все в наш фильм не вставишь. Из примечательного, в это время, осенью 2018 года, линейку закатали в асфальт. Коронавирус провели всего две смены. В 2021 Светлана Михайловна ушла с поста директора лагеря. Начало всем известных событий практически никак не повлияло на работу лагеря. Даже в 2023 году провели капитальный ремонт. Но давайте что ли поговорим о 60-летнем юбилее. Я не знаю, как он проходил на первой и второй сменах, но на третьей я это видел своими глазами. И не только я, но еще и уже знакомая нам по предыдущим репортажам пушкинское телевидение. Поэтому смотрим. Каждый летний сезон здесь проводится несколько смен. Многие приезжают уже не первый год. Илья Болдырев около 7 лет возвращается именно сюда. Мне здесь нравится. И такая атмосфера просто. Хочется сюда приезжать еще и еще. Интересно, да много чего. Хочешь футболом занимать, хочешь баскетболом, хочешь волейболом. Всегда найдется занятие по душе. В этом году лагерю 60 лет. За все время его существования он не прекращал свою работу. За весь период здесь отдохнуло более 200 тысяч человек со всей России. В 60-е годы сюда даже приезжали дети из ближнего и дальнего зарубежья. Я считаю, что наш лагерь – это огромный город детства. Со своими улицами, аллеями, проспектами, где каждый ребенок может почувствовать себя действительно как дома. Наш лагерь – это, если тремя словами описать, это семья, дети и счастье. А если ребенок счастлив, это самое главное. И для этого делают все. С ребятами на сменах целый штат вожатых. Многие из них тоже в свое время еще детьми приезжали сюда. Теперь они в новой роли. Мы для детей всегда должны быть хорошими, мы всегда заряжены, мы всегда на позитиве. И неважно, какие обстоятельства там в нашей жизни происходят или насколько нам тяжело, мы всегда те, на кого они смотрят в первую очередь, они заряжаются от нас энергией, и мы должны сделать так, чтобы эти 21 день они провели незабываемо. С самого утра у ребят целая программа – зарядка, уборка комнат, мастер-классы, спортивные мероприятия, посещение бассейна, интеллектуальные конкурсы и дискотеки. Скучать не получится. Каждый год придумывают новые активности и игры. Здесь у нас очень много, на самом деле, программ, как и интеллектуальных, так и развлекательных, и спортивных. Каждый день у нас 7 тематических мероприятий проходит, из которых 2 спортивных, 1 интеллектуальное и также 2 творческих. 2 творческих, которые происходят на сцене, где выступают дети с номерами, со всякими танцами. Здесь дети учатся быть самостоятельными, следить за своей комнатой, решать возникающие вопросы, а также обращаться за советом и помощью ко взрослым. Здесь ребята находят и друзей. Обстановка располагает. Весь день дети в окружении сверстников. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Что было непосредственно в день юбилея? Квест. Стоп. Около Пионерской площади. Вот, около Пионерской площади надо найти самое необычное дерево. Мы нашли самое необычное. Просто фонарный столб в лесу. Просто посреди деревьев. Что он здесь забыл? Что он явно советский. С проводами обрезанными. А другие провода к нему идут. К
Круто. Краски Холли. Фотобудка, мороженое, ну и, конечно, линейка с постановкой, танцами и флешмобами. Также на линейке выдающимся личностям в истории лагеря сделали подарки. Ну а вечером был концерт со звездами. И салют. Праздничный салют! Короче, весело прошел юбилей. Ну вот такой он, детский оздоровительный лагерь «Дружба», которому в этом году целых 60 лет. Поэтому рекомендую приехать сюда. Я сюда приехал год назад, вожатым, и мне это нравится. С вами был Принц на сером козле. До свидания, товарищи. Мы оставим вдали суету городов, этот образ земли, он из солнечных снов раскрывает пред нами объятия свои. Лагерь, мы дети твои. Кто-то нашел здесь свою любовь, кто-то терял, но возвращался вновь. Стали мы лучше, чем были тогда. Дружба для всех нас наградой была. Наш лагерь дружба в сердце навсегда. Мы будем помнить о тебе через года. Мы будем помнить через года. Лагерь дружба.